Всем привет, я Всеволод Садовский, мы сыграем в игру «Было-не было». А был в Беловежской пуще? Был. Несколько раз в школе и в прошлом году. Красил волосы? Да, в зеленый цвет. А верил в приметы? Было. Танцевал вальс? Не было. Тебя часто называли другим именем? Было. Забивал ножницами через себя? Не было. Притворялся на тренировке уставшим? Не было. Тебе было стыдно за свою игру? Было. Попадал в ДТП за рулем? Было. Просил майку другого игрока после матча? Не было. Считал себя недооцененным? Было. Пробовал на вкус кошачий корм? Не было. Гладил бездомных животных? Не было. Ел еду, упавшую на пол? Было. Болел против Арсенала? Не было. Пользовался тем, что ты звезда? Не было. Посвящал кому-нибудь голы? Наверное, не было. Посылал партнера по команде? Было. А тренера? Только если про себя. Пробовал засунуть кулак в рот? Было. Не получилось. Стеснялся в школе своего роста? Не было никогда. Хотелось выпить после матча? Не было. Присылали свои фото болельщицы? Смотря какие. Обычные не было. И необычные не было, ладно. Я передаю эстафету Кириллу Печейну. Всем пока.